О, все, закрыли. Всем привет, с вами Антон 99. И позитив. И только что я зашел на сервер и увидел, как мои соклановцы во главе с фиг знает кем. Только без что... Без предупреждения. Да, без предупреждения напали на клан, который называется... А еще и взорвали там что-то вообще. Да, бантиц, который называется бантиц. Короче, этого клана уже почти что... Вообще ничего не осталось, они все сожгли. И вот у меня один логический вопрос. Зачем вы построили свою базу рядом со спавном? Это да. Ну, копей. Этой базе всего один день, прикинь. Будем злыми. О да, бандиты у вас такое. Не могу разрушать, так подожгу. Ну да, приват же не защищает от... МВ Сента. Поздравляю тебя, ты действительно молодец. О, смотри, опять поджигает наш. Так это я поджигаю. А, Малор. Остатки просто. Ну вот кому это нужно будет? Так. Я второй пошел, потом... Ой, там что такое? Эндер что-то питает. Ой, красиво, да? Тоже мне это нравится. Хорошо, что когда есть туманитомс. Смотри, они там дерутся все, слушай. Тогда вообще жесткая мочиловка происходит. Тут вообще этот до видео 6, блин. А, у него ничего нет, его уже убили, да, видать? Не, Юра, не, харе, это нечестно. Ладно. Но только два раза. Пусть сами разбираются. Но дом я подожгу. Кстати, я не принимал в этом участие, так что не надо мне вот говорить, типа, о, с креативом там. Да, мы только зажигаем остатки. Потому что вот что тут из этого уже можно сделать? Да. Я ну прав? И в принципе от этого клана больше ничего не осталось. Это... Но это действительно зрелищно было. Ребята вообще молодцы, особенно у Сента. Блин, Антон, сейчас же будет это стекло висеть просто. Ой, ты знаешь. Как-то пофиг. Как в победу. Надо. Да видео 6 просто тут бегает ни к чему вообще. Пытается что-то сделать. Что он хочет? Сейчас он закапывает там что-то. У него тут нычки, что ли, я не знаю. Вроде нет ничего. Ну слушай, от этого клана вообще ничего не осталось. Что он делает? Надо ну, поджечь последний. В принципе, да, вообще ничего нету. А чё, Коба, сегодня The Vals будет просто? Не, а сегодня будет. Вот зря ты туда идешь. Он прям в огонь сам лезет. Да. Дурак. Дурак. Сейчас я дожгу последние досочки. Антон, что получается? Клан, это все, его больше нет? Ну, не знаю. Ну, они будут, наверное, строить новую базу. Но это, конечно, зрелище, это очень редко, да, очень повезло наблюдать. А то вы сожгли бы, блин. Да. Когда бы Антоша бы ел голубцы, а я бы пошел бы мыть пол. Смотри, как тут зрелищно теперь. Прям такое, знаешь, поле из огня. Видите его кто-нибудь? А где этот Давидео 6-то? А вот, что он вообще пытается сделать? Я не знаю. Я просто тут огонь делаю. Мне так
Знаешь, так нравится наблюдать, когда там огонь. Смотри, смотри, смотри. Он пытается завалить Виталика. У него ничего не получается. Так у него, у Виталика алмазный меч. Я ему дал опыт. Он просил. Я ему дал немного опыта. МВ Сента тоже в алмазке зачаренный весь. Офигеть. Вот ему я ничего не давал. Фракция Бантиц изменила свое название на Троллс. Троллс? Да. Это мы Троллс. Тоже мне, да. Затроллили. Все. Кстати, прилично сейчас игроков играет тогда. Мы, смотрите, Лексмента обогнали даже. Ёма, фак. О, у них там... У них, смотрите, тут шахта. Сюда иди. Где? Подожди, постой. Где? А, да, я знаю, да, 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 да. Вот зря. Ай! Ты с этим? С щитом, да? С каким щитом? С которым можно это убирать блоки на чужих базах. А, ну. Шахтёры. Всё, нет тупас. Шахтёры фиговы. База просто разбита. Можешь его поджечь, я его не разбил. Чё на видео вообще хочет кому-то что-то доказать? Он, прикинь, его один раз не подул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Крэйзи бой. Чё он лезет туда, а? Он, прикинь, специально, короче, такой стоит перед этим. Крэйзи. Крэйзи год. Этот его один раз мечом лупанул и все. Опять он тут. Подумаешь, еще один раз умрет, что с ним будет? Ну, у него вообще ничего нет, сейчас. Давай посмотрим в шоу в Троллс. Я его, смотри-ка, поджигаю. У них земель 20, сила минус 8. Архитекторы нужны. Да им сейчас дом нужен, а не архитектор. На Dota 2 изменил название. А мы типа не видим это все. Угу. Меня Галкин поджигает. Это не Галкин. Не Галкин. Еще не Галкин. Я. Да, действительно было очень интересно наблюдать за происходящим. Ха! Признался так. А кто у него креатив, скин стила он? Ну так это я. Ну ты, а зачем, смотри, к админу за это? Просто. Давай, поджигай его, поджигай. Жги, жги, жги его. А у тебя сужение, я тоже поджигаю. У меня оф нету. И чё? А ты это снимаешь, да, все еще? Добавь меня в комнату, где дофига людей живут. В какую как комнату? Как войти в розетку? F-join, раз. Опять он по огню бегает. Он вообще да. Какой-то, да. Я сейчас огниво так... Ой, я сейчас тогда огниво возьму. И убью. Жигу, так и говори. Жига. Я вообще, знаешь, что предлагаю сделать? Ща. Блин, катапульту я не очень помню, как делать. Вы что, песчаный чё ещё играете? Мы снимаем видео, да. Тебе что надо? Ну, вы крутые. О! Чего у меня ничего не фигачит? У тебя что-то... У тебя поджигает... У тебя взрывается? Да. А, вот у меня тоже. Сейчас ты до видео чуть не взорвал вообще. Капец. Просто убитый. Угу.
Ну давай, двинься куда-нибудь. Крупой. Ладно, все, всем спасибо за просмотр. С вами были Антон 99 и Позитив. Ох, тут смотри, сколько добра. Угу. Все, давайте, пока. Действительно было интересно очень наблюдать. До свидания.